Суд определит тюремный срок. 70-летний мужчина, который в припадке ревности застрелил свою 47-летнюю супругу, предстанет перед судом. Убийство произошло в столице 4 месяца назад. Прокуроры завершили расследование и отправили материалы дела в судебную инстанцию. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. По его словам, он стал свидетелем того, что его жена ведет интимную переписку в социальных сетях. Мужчина схватил ружье модели Maverick 88, которым владел на законных основаниях, и выстрелил женщине в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.